Приветствую. Доброй ночи. Меня зовут Как Артём. ваше настроение? Как говорится, спасибо, не дождётесь. Да это хорошо, это замечательно. Вот. А вы откуда? Меня зовут Артём, я донечанин из Киева. Ага. Замечательно. Меня зовут Ираклий. А вы откуда, Ираклий? С Московской области. Ну, судя по имени, вы не русский. Метис 50 на 50. Мама русская была, отец грузин. Ну, просто я так, Ираклий, у меня такая грузинская ассоциация сразу Да, да, была. да. Все, все верно, все правильно. Я понял. О чем здесь разговариваете, Ираклий? Ой, да просто с людьми пообщаться. Попадаются адекватные, нормальные, здравые люди. Вот. Ну, конечно, вопрос больше адекватности неадекватных. очень, скажем так, субъективен. Ну, Не, потому ну. поймите, что адекватный в вашем понимании, может быть, неадекватный в моем понимании. Я с вами абсолютно не спорю. Ну, мы же все люди, у нас вон, кожа, мышцы, мясо, кровь течет по нам. Ну, понимаете, мы вроде как все люди, но смотря как некоторые люди что творят, вот я думаю, что они не очень люди. Я с Они вами абсолютно согласен. Homo erectus, то есть человек прямоходящий, но не Homo sapiens. Но не как человек здравомыслящий. Да, не человек мыслящий. Homo sapiens. Вот. Вы абсолютно правы. Потому что все признаки человека есть, но поведение просто вот Знаете, маньяка. Я вчера общался с мужчиной, ну, видно, ему далеко за 60. Седина, лысина, то есть прям совсем далеко за 60. И вот он начал диалог просто с оскорблением. Я говорю, вы меня, конечно, говорю, извините, но вы взрослый человек. Вот. Ну, мы же можем поговорить с вами как человек с человеком. На что в ответ были одни оскорбления и как бы... Ну, неинтересно, совсем неинтересно вести диалог с человеком, который неадекватен. Смотрите, он был из Украины, я так подозреваю. Да. Вы понимаете, почему человек может быть вот агрессивен со стороны Украины? Да, ну какая разница? Ну, в первую очередь, он человек. Давайте И человеком я должен вам остаться. Я вам просто приведу пример. Где-то 43-й год возьмем, да, 1943 год. Вот представим такую невозможную вещь, изобрели чат-рулетку в то время. И гражданин нацистской Германии встречается с гражданином Советского Союза в этой чат-рулетке. Как вы думаете, гражданин Советского Союза очень много теплых слов скажет гражданину нацистской Германии? Я думаю, нет. Я думаю, там то, что вы услышали, это даже будет очень слабо. Не, ну, вы знаете, я другого мнения. Я не касаюсь политики, не лезу абсолютно в политику. Я приверженец других правил, наверное. Политикой должны заниматься политики. Вот, правильно. А сексом должны заниматься сексологи. Да, человек должен оставаться человеком в любой ситуации. Понимаете, я опять же приведу историческую такую аналогию. В нацистской Германии бюргер, который все время войны, с 1939 года по 1945 год, он там обрабатывал землю, доил коров, поил их, кормил. Пришел 1945 год. Человек ни разу в жизни не брал в руки оружие. Но в 1945 году он, его дети, его внуки, даже его правнуки стали ответственными за действия его страны. Потому что есть в вашей Конституции, так же, как и в моей Конституции, есть фраза, статья такая, они очень похожи. В вашей Конституции это звучит так. Единственным носителем власти является ваш многонациональный народ. Поэтому за все действия вашей власти
Вы тоже несете ответственность. А можно я вас чуть-чуть перебью, да? Да, я Я вас вам слушаю. скажу чуть-чуть проще. То знаете, вы говорите власть, народ и так далее и тому подобное. Нас всех создали по образу и подобию, да, в принципе, одинаково. И чуть-чуть свое понимание человека я вам расскажу. Когда все бегали за мамонтом с камнем на палке, бегал вождь вместе с ними. А потом пришло время, и вождь думает, я же вождь, зачем я буду бегать вместе со всеми? Вот. И перестал бегать. И стал охотиться только племя. Вот. Потом у вождя появилась семья, жена, дети, которые тоже не бегали за мамонтом, а получали его уже в добытом виде. Потом у вождя появились помощники. И так образовалась власть. И каждое племя начало делить эту землю на границы. Это моя часть, это твоя часть, это твоя часть. Вот. Но если касаться изначально, да, всего, ну это прям такой примитивный пример для каждого человека, да, если касаться изначально, мы же все созданы одинаково. Давайте я вашу аналогию продолжу. Любая война, она закончится миром и мирными переговорами. Но гибнет от этого кто? Простой народ. Смотрите, я вам приведу просто, вот, продолжу вашу аналогию. Вот как раз два племени, и вот получается вожди, да? Ну вот один из вождей начал творить дичь. И вот это племя, посмотрев на то, что вождь начал творить дичь, они сказали, не, мы тебе не разрешим творить дичь. И он убежал. Он убежал в то племя, в соседнее. А в соседнем племени тот вождь. Почему же этот первый вождь начал творить дичь? Потому что второй вождь, вы меня слышите или уже отключились? Ну, похоже, отключился. Так вот, потому что второй вождь в том племени творил дичь, и ему сходило с рук. И вождь в первом племени решил, что я тоже могу творить дичь. Но племя оказалось не такое покорное. Разница. Разница в менталитете. И даже грузин, он наполовину грузин, оказался русифицирован полностью. Зруссийщины, как говорится у нас.